Церемония закладки первого камнеугольного завода по производству холодильного и морозильного оборудования. Так символично Рустам Миниханов и представители китайской компании Хайер дали старт строительству нового завода в Набережных Челнах. Производственная линия будет выпускать до 1 000 000 умных холодильников и морозильников ежегодно. Умный завод, умная фабрика. Это мы будущее в Китае видели, и, конечно же, для нас это большое достижение. Я хотел бы поблагодарить руководство компании Хайер. 10 миллиардов инвестиций. В ближайшей перспективе еще значительные вливания будут. Проекты Хайера в республике Татарстан стали хорошим примером, а также принесли превосходные социально-экономические плоды, выгоды и стали образцом китайско-российского делового и инвестиционного сотрудничества. Инвестиции китайские – порядка 5 миллиардов рублей. На предприятии создадут больше 800 рабочих мест. Меморандум о строительстве умного завода был подписан в Москве в 2019 году лидерами России и КНР. Строительство завода начнется вот на этом пустыре. Общая площадь порядка 30 тысяч квадратных метров. Ожидается, что первую продукцию завод выпустит уже во втором квартале следующего года. Хайер давно и хорошо известен в республике и в России в целом. Первые проекты компания начала реализовывать в 2014-м. В качестве стартовой площадки были выбраны Набережные Челны. За 7 лет построено 3 завода по производству холодильников, телевизоров и стиральных машин. Создано 1500 рабочих мест. Налоговое отчисление в бюджеты разных уровней – более 750 миллионов рублей. У нас весь инвестиционный проект промышленного парка в Татарстане здесь оценивается $1 миллиард US. Конечно, это в том числе не один завод, а несколько производственных площадок вместе с необходимой инфраструктурой. В планах на следующий год – открытие завода штампованных деталей. Конечная цель проекта – создать умный индустриальный парк по производству в Татарстане бытовой техники и электроники. А это больше 5000 рабочих мест. Рамиль Галиуллин, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5705 100.